Здравствуйте. Подожди, давай. Здравствуйте, меня зовут позывной мой Черный. Я приехал дальше со своей ласточкой разговаривать с моими нехорошими людьми, укропами. Вы, наверное, помните, я был раненый в Ямполе тогда, когда сказал наш, ихний президент Порошенко, сказал, что будет перемирие 10 дней. Тогда мы поехали с гуманитарной помощью людям помогать. По мне с подствольника начали жахать. Ну, думали, вырежу с первого раза, не получилось. В бочину садили. Второй раз выстрелили в лицо, попало во рту, разорвалось. Нормально. Русские не сдаются, так им и передайте. В данный момент теперь я уже готов к встрече, готов ко всему. Уже такого не получится, что люди ходили, по ним стреляли. Теперь люди будут каждого узнать, что он укроп, и каждый заработает свою пулю в лоб, лично. Лично не от меня, лично от всего этого русского народа, от всего. Все эти смерти людей христианской нации, такой же, как и я, ответят каждый. И хотел бы сказать, что помимо того, что здесь, я считаю, почему я русский, я хоть и кавказской внешности, да, но думаю я по-русски, поэтому я считаю себя русским. И каждый здесь, казах, кыргыз у меня есть, узбеки есть, кавказцы есть любая нация. То, что мы думаем по-русски, значит, мы себя чувствуем русскими. А то, что мы не можем побриться в окопе, это не значит, что мы все чечены. Еще хотел бы сказать так, сейчас школы открылись, и эти уроды укроповские узнали, что школы все открытые, и начали именно стрелять по детям. Я вам говорю лично, если будет команда ФАС, я каждому ублюдку перегрызу горло за детей, за матерей, за отцов и за нашу землю. Понятно вам, уроды? И хотел бы сказать тем людям, которые приезжают сюда, если у них нет матерей, детей, отцов, сыновей, провозите их побольше. У нас шахты пустые, есть где закапывать всех. Можете все вместе, лопаты мы найдем. Вот место, ребята, шахты все пустые, если только у вас нема детей. А почему я считаю, что у вас нема детей и родителей? Потому что они вас присылают сюда за деньги. За деньги, как бы сказать, не ваши, а какого-то Барак Обамы, который спустился с пальмы, трусил бананы и сейчас раздает бумажки, которые на заводе рисуют, и за эти бумажки вы убиваете людей. Запомните, Господь видит все, и каждому воздастся, каждому. Мы есть единое братство, братство людей, братство всех наций людей, но не вы. У вас даже духу мало сюда поближе подойти, чтобы мы вас убили. А знаете почему? У ваших солдатов, потому что они все за бумагу. Они не хотят умирать, они знают, что им выдадут зарплату, они пошли, чуть-чуть постреляли и убежали. Убежали. Мы здесь не за деньги, мы здесь лично за свою землю. Я здесь живу, жил и буду жить. Я не собираюсь куда-то текать от кого-то. Это не по мне и не по нам. Мы есть Донецкая Народная Республика, Донбасс. Донбасс!